Специалисты выясняют обстоятельства гибели в Абхазии леопарда, которого выпустили в дикую природу в рамках государственной программы по восстановлению популяции гигантских кошек на Кавказе. Как сообщается на сайте Всемирного фонда дикой природы, животное попало в капкан. По предварительным данным, люди, которые его обнаружили, решили, хищник мертв, но он набросился на них, и животное пришлось застрелить. Эксперты по фотографиям предположили, что это кили, который был выпущен 2,5 года назад. Но в Минприроды пока не подтверждают, что это именно он. Вот и появилась эта семья.